Короче, ребята, что мы имеем? Мы имеем на одной стороне неработающие габариты и неработающие повороты. Ну, пока получилось как-то так. Вот. Ну, почистил, да. Ну, это пошпаклюется. Тут сейчас варится вот этот вот бортик этот к этому сюда. Ну, круто. Ну, трешак. Мастерски. Полный, мастерски вообще все сделано. Мандрагорит. Тебя она. Ну чё, трешак? Ну. Не, ну он дверь, ты понял. То есть, или, по сути, ты восстанавливаешь, не восстанавливаем. Ну, короче, это ж нижняя часть, тут воды куча постоянно была. Это больное место. Ну, сейчас будет как новое, реально. Смотрим. Смотрим. Ребята, это габарит, это не поворот. Так, стороне. Значит, это просто габарит. Что мы тут наработаем? И габарит с этой стороны не работает. Водя! Да? Так это ж не поворот. Что я вам должен, мужики? Что? Замена тосола. 150 и патрубок 120, 270. Водя, это не поворот же. А что это? Это габарит. Желтый. Ну да, спереди желтый, сзади красный. А сзади он тоже не пашет. Пашет, пойди посмотри. Включи габарит и увидишь. Я уже вижу, что пашет. Есть, значит. Короче, с вот этой распоркой все правильно я сделал, но не в том месте, где нужно реально. Вот. То есть вот эта часть нормально и так стоит. А вот это ходит, ну, блин. И вот если отсюда посмотреть, то видно, как криво идет у нас отсюда и сюда. То есть тут да, перепад да, такой. Да, видно бугорок этот. Вот. То есть мне. А тут наоборот яма, вверх и яма. То есть бугорок. И яма здесь. Смотри. Сотрю. Ну как мне поставить правильно дверь, чтобы посмотри, что тут получилось. Где? Ну посмотри отсюда вот. Ну, а что получилось? И хуйню. Так, а как дверь будет закрываться? И потом, когда ну, приваришь эту хуйню, потом положишь и простучишь, ну на уголок или что. Вы ровную, прямую сделаешь, понял? А можно сразу вот? Нет, сразу. Его все равно будет крутить, Вова, это то, о чем я тебе говорил. Можно я говорю? Куда? Ребята, короче, я пришел к такой мысли, что я не буду латочки делать здесь. Реально гемор. Проблема в чем? Вот эту латку я поставил, здесь я поставил латку, здесь я уголок сделал, короче. Но я дальше вижу реально, что ну тут, блин, все гнилое, короче. И если я буду вот эти куски лепить, я могу реально, когда поставлю дверь, она не будет в стык заходить, в стык или прилегать ровно с остальным кузовом. То есть, какая сейчас, что я решил? Я покупаю двери вставки, два усилка на низ. Это передние двери. Передние двери, они, короче, им жопа полная. Вот одна дверь передняя,
которую я вчера делал и бросил, и решил купить после нее эти вставки. Вот вторая, тоже это передок, пассажирская сторона, видно, в каком она состоянии. Передок не проблема. Сейчас я, короче, диагностирую. Почему же у нас не работают поворотники? То есть все лампочки целые, обрывов нет. Ну как все лампочки? Частично лампочек и не было. Вот. Они то работают, то не работают. Что-то глючит реально. Там можно кусок филенки вырезать и вставить тупо металлический лист. Но тут та же самая проблема. Вот у нас. Это вот эти вот уголки и прогнивший усилок. То есть я заказываю ремвставки на передок, вот, меняю их, а задние двери, они в очень хорошем, ну как в очень хорошем, с 72 года сохранились хорошо, вот, даже стекло здесь есть, вот, повздувалось чуть-чуть, реально повздувалось, это можно зачистить или полосочку вот так варить, вот отсюда. Индикатор указателя правого поворота, правого неисправность цепи, правого. Ну тогда справа есть, впереди не пахнет. А сзади работает? Да, сзади все работают. Ну вот. А, так может быть где-то обрыв? Ну, то работает, то не работает. Тогда я ставил тестер. Тогда у меня и с той стороны, с той заработали, с этой нет. Ну, через дверь. С той стороны, если так перевернуть, то видно, что тут реально, ну, все хорошо. Остались даже сливы, они не попрогнивали. То есть вот одна задняя дверь и вот вторая задняя дверь. То есть задние двери ничего не нужно там менять. Там можно латочки маленькие поставить и все. Ну пока так, короче. Здорово. Здорово. А что это за униформа у тебя такая? Это такая вот униформа, которая сверху на одежду. Слушай, одевается. Ну новую ты где-то нашел. Ну конечно. Железная дорога раздает своим работникам. Круто. Спонсор показан. Это спасибо железной дороге. ЮЖТ или что? Ну а что делать? Хоть как-то их продвигать надо. Смотри, какую я сейчас крокозябру буду делать, короче. Вот какой тут зазор. Ну да. Миллиметра 4, наверное. Сейчас я его тупо засру реально. Ну подожди, оно, наверное, будет лететь, да, я отойду, чтобы. Ну, да, я тебе показал зазор, сейчас я короче поварю и посмотрю. Ты шпаришь именно. Засрал. Ну, это, конечно, все сточится. Ну, маленький ток, он такой маленький, что такие комочки получаются. Не, конечно, могу сейчас поставить большой ток. И, короче, поверх этого шва проварить большим, и оно сгладится. Ну, как говорит Леха, зачем это надо? Ты что, кататься на нем собрался?
Короче, у меня сейчас проблема с поворотом правым. А правый поворот просто передок, оказывается. Короче, на передок не приходит плюс на лампочки поворотов. Они то приходят, то их нету, короче, то работают, то не работают. Тут получается одна лампочка здесь поворота, одна вот здесь поворота, один повторитель вот здесь и вот в крыле. На крыле, на одном крыле получается два повторителя. А, это бампер. Бампер вот здесь повторитель, крыло перед дверью повторителей. То есть с одной стороны спереди только три лампы и сзади получается две. Не, ну я тут все четко делал, ты понимаешь, как я могу дверь херово поварить. Я добиваюсь того, чтобы были крутые швы, эти зазоры, чтобы круто закрывалась дверь, как в холодильнике. А не как. А дверь новая сколько стоит? Да хера, наверное. Ну, сколько? Новых не бывает. Ну, имеется в виду целая. Ну, не знаю, сколько она стоит. Не знаю. По 700 гривен? Вова, на время твое сколько стоит? А что вы мне не сказали, что она 800 гривен стоит? Чё, я думал там косаря 2-3. Так ты за 2-3 косаря всю машину купил, не гони. Ну да. То есть дохерища поворотов. И вот где-то, скорее всего, комп, блок управления видит, что маленькая нагрузка, и он чисто отсекает просто передок. То есть или лампочек не хватает ему, или замыкает какая-то лампочка, или где-то провод замкнул. Ну, по факту пишет обрыв. А мы видим, что у нас все провода разного цвета. Ну, вряд ли они могут все в одну точку где-то сходиться. То есть мне кажется, что... Мне кажется, где-то просто не хватает нагрузки. Обрыв цепи, этот... Неисправность цепи. Это, скорее всего, просто лампочек ему не хватает, и он просто не включает... Не включает поворот. Какая-то херня происходит. Сейчас мы починили правую сторону, левая потухла, короче. Так, Вовчик, все потухло? Или ты выключил? Я выключил, а габарит? Не включил. Не работает? Как не работает? Да никакой габарит не работает. И повороты не работают, и аварийка не работает. Сзади габариты работают. Так повторители габариты. Теперь габариты не работают. Бывают и такие приколы. Бывают, когда мкнет где-то, комп просто, ну, предохранитель ничего не сгорает, просто отсекает сторону, например. До устранения поломки, когда вы устранили замыкание, он начинает опять отправлять плюс на одну из сторон. Можно скинуть аккум, там он вспышку даст, поймешь, что где-то мкнет, и все, и больше он не будет до тех пор, пока не устранишь проблему. И принудительно что-то я не могу вызвать правый поворот. Ну, принудительно его включить через комп. Ну, я не знаю, у меня просто не на это немного где-то залпывает. Сначала не работали, короче, тут крест-накрест работают. Если один предохранитель сгорает, то, например, не работает левая, это мои предположения, левая сторона сзади и правая сторона спереди не работает. Вот, а сейчас вообще какой-то прикол, что мы починили аварийку, ну как, я нашел один предохранитель, все-таки это не обрыв цепи был, ну обрыв, да. Предохранитель один был сгоревший, но непонятно, куда он идет. Надо сейчас посмотреть по электросхеме. Вот, я его поменял, все равно ничего не работало. Пока проверял другие, заработала сторона вот эта вот с поворотом. И, кстати, это не поворот, это габарит. Блять, машина где-то в Литве долго стояла, бо старые колодки, приржавевшие к суппорту. Ой, не к суппорту, а к тормозному диску. Видно следы. Чувакам пизда резине.
с внутренней стороны вот так 3,50 трещин. Под замену. А? Под замену. Вот, и здесь же тоже, здесь поворот, здесь габарит, и сзади, это не поворот, это тоже габарит. Красный габарит и желтый габарит. Ну, габариты, габаритные огни машины. С левой стороны габаритные стояночные огни, правой стороны 47-48. Ну, где они здесь? Их тут нету. Может, кажись на это. Но это в салоне, который вот идут. Знаешь, не на это просто. Просто бей. Возьми вот тот аккум, который сейчас заряжается. Сними их аккум и подключи аккум. Давай посмотрим. Мне кажется, блок управления просто отсекает малое напряжение. Или давай запустим двигатель. Давай выключим сейчас, я прокачаю до конца тормоза. И одно колесо. Потом запустим. Ну давай. А если провести вот рукой? О, чувствуется как наждачка. Это все горячий металл плавился в лак. Налетай, Давид, бери. Не, спасибо, не хочу. Максим, бери, хавай. Сегодня не Максим. Кушай, кушай. Что это у вас, рулетик? Рулетик. С чем он? Крабовыми... ножками. Когтиками. Когтиками. Спасибо. Кушай, кушай, Давид. Бери, кушай. Не хочу я. Спасибо. А я вижу, что ты хочешь. А он бы и в Ивано-Франковске. Да, ну дай камеру. Не хочу, не хочу. Ну дай камеру. Не, не, не. Я покажу ребятам. Дядя, мне снимать не надо. Хочешь кушать. Такой... Не хочу. А бери, кушай, выключай, чтобы не стесняться. Вот, и сейчас какая-то чепуха. Сейчас вообще нету ни габаритов, только задок остался. И поворотов нету. И аварийка не работает вообще. Может, аккум севший, может быть, аккум севший. Вот сейчас я включил аварийку, но у меня спереди ничего не работает, сзади ничего не работает, ну, сзади работает, и габариты не работают. Может быть, из-за севшего аккума отсек... В общем, схема, тут два блока. Просто с левым и правым рулем тут блок еще есть. Вот, то есть, вот это ты нашел на вот этот? На вот этот? Вроде на этот. Давид, ты ж курточку свою забыл. Собака. Да, собака. В общем, ребята, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что надо скидывать реально бампер. Потому что в чем прикол? Я скидываю клемму с аккума при включенных габаритах и ставлю обратно, они загораются и сразу же тухнут. То есть обрыва нету, но скорее всего где-то какое-то короткое замыкание есть. Вот, предохранители вроде все по номиналу стоят. Вот еще одна предохранительная есть коробочка. Проверены все предохранители, все присутствует. Все я за все время нашел один сгоревший предохранитель, и то это была какая-то доп. Опция, там, не отвечающая за повороты и габариты. То есть что? Пойдем. Я предполагаю, так как вы знаете, что все литовские, и латвийские, и европейские машины, как я говорил в прошлых видео, это полный вздроч. Ну, я вот заметил, что вот здесь клееное было стекло. То есть мне кажется, что эта машина была чуть-чуть
скорее всего, где-то удар был в морду. И вот через вот это окошко я вижу изоленту, а дальше оголенные провода вот там. Ну, там не увидишь. То сейчас мы скинем бампер этот и посмотрим. Не, ну... Смотрите.